Всем привет, сегодня с вами Ник, и я покажу вам тут свои джунгли. Давайте начнем с монстера. Лист у нее уже раскрылся полностью. Сейчас я туда заберу. Оп. Вот он какой красивый. Не знаю почему, но монстеры меня всегда привлекали, хотя они и очень такое растение, которое у всех есть, у большинства людей. Но они все равно красивые, очень. Особенно вот здесь вот стоит, так как-то тропическое что-то есть. Здесь это как ее крылатая краката, пересаженная в компост. Но пока еще без изменений. Посмотрим, что будет. Пойдем к чаю. Новому жильцу здесь. Вот он. Опа. Сейчас. Распускает второй лист уже. Здесь, на этом побеге. И на том только начинает наращивать первый. Кстати, знаете, что понял? Что кажется, что это два разных сорта. То есть один здесь у нас какой-то такой более светлый побег дает, а этот более темный. То есть, скорее всего, сорта разные. Ну и есть какое-то преимущество в этом, то есть они будут созревать листья не одновременно расти, хотя сейчас они растут одновременно почему-то, и то есть урожай можно будет собирать в разные времена года. Это имеет какое-то преимущество. А, и я подсыпал просто земли отсюда вот, чтобы, ну, компост не было видно, потому что он не очень красиво выглядит, зато очень хорошо влияет на растения. Здесь у нас орхидея пересажена в новый грунт без изменений. Такая же вялая и грустная. Здесь у нас моя любимая орхидея. Любимая, потому что она очень красивая. Ну и хорошо растет. Лист наращивает новый. Надеюсь, он будет потолще, чем этот. Какая-то сопля у нас получил. В общем, я сейчас ее недавно полил. У нее растут новые корни. И да, оказывается, у нее два цветоноса. Сейчас. Вот они. Ща. Во. Красота. То есть, блин, я просто не знаю, они как-то медленно растут, мне кажется. Кто-нибудь скажите, сколько вот по времени растут цветоносов фаленопсисов? Просто мне очень уж интересно. Мало ли, им что-то не хватает, и их надо как-то простимулировать, чтобы они быстрее росли. Буду очень благодарен тому, кто напишет. Ну и, наверное, на этом все. Такие вот они красивые. Блин, вот представляете, всего лишь за сколько там, за месяц, что ли, у меня получился... Ща. За месяц получилось два цветоноса. Я просто удобрял золой. Ну, если хотите, я могу, то есть, если кому-то надо, напишите в комментариях. Я выпущу новое видео, которое будет точно рассказывать о том, как я ухаживал. И, наверное, больше, чтобы она зацвела прям так вот сильно. Ну, в общем, все, что надо, и вопросы задавайте свои в комментариях. Всем пока, с вами был Ник и моя орхидея.